В Мурманске проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление витрин среди предпринимателей. Заявки на участие в проекте подали 29 коммерческих предприятий и организаций. Конкурс проводится уже в пятый раз. Из года в год число участников проекта увеличивается. Многие предприниматели уверены, украшения несут не только эстетическую функцию, но и являются своеобразной визитной карточкой. Например, как в этом случае руководство магазина, которое уже становился лауреатом, решило к процессу оформления подойти творчески. Символ праздника встречает гостей не только на входе, но и занимает витрины. А в самом павильоне для посетителей организована специальная фотозона. Экспертная комиссия каждого конкурсанта оценивает по разработанной шкале. Учитывается наличие декоративных элементов, светодиодных конструкций, обустройство прилегающей территории, а также оригинальность и единство стиля. В этом году проводится конкурс по двум номинациям. Лучшее внешнее оформление объектов и лучшее внутреннее оформление объектов. Принято 29 заявок от 21 хозяйствующего субъекта. Многие предприниматели, это не возбраняется по положению, подали на обе номинации.